Осада. Двое за осаду. Один за ТДМ, который хочет, чтобы я точно не выполнил. ЦП. Ну вот, хорошая, в принципе. 6.50. Вот то, что я хотел. Работаем. 6.50, работаем. Ладно, все, на чат не смотрю. Попросили full фокус. Давайте. Если что, там сами контролируйте, да, чат по-братски. Блять, сука, играют все с этим говном. Ой, боже ты мой. Надо как-то в тыл заехать. Надо как-то в тыл заехать. Там давать киллы. Блин, сейчас бы крита бы дал бы. Хорошего там пятерку можно было бы дать. Хорошая, 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 надо заехать. Хорошо. Блин, овера не было. Нравится. Эти говнодроны придумал. Боже, удалите игру, нахуй. Она придумывает дерьмище, суки. Патривни. Работаем, работаем, работаем. Включат. Юрик, сколько еще сдал? 15? Чё?
41 работаем. 41, 2 минуты работаем или чё? Плющат, работаем. Жестко работаем. Блин, сейчас бы овердрайв был бы. Сейчас бы овер был бы, я бы киллов 10 добавил бы. Жесть. Какой он лука тайминг. Пятьдесят секунд, 50 киллов. Сука. Сука. Ведь можно было сейчас хорошо дать еще. Хэштег живи. Живите, молодые, живите. 99. Живите. Живите, сучки. Как на этого не прошла? На всех прошла, а на него нет. Здорово. Ну это плюс лайк, ребяточки. Я думаю, что это плюс видос, плюс лайк и плюс подписочек. 58. У меня не идет отсчет. Так не, так я же и пикнул это, чтобы сыграть катку челленджевая. Я соло просто ее играю. На другом аккаунте. У меня же там Теслы нет, лагает, все, габелла, танки сдохли. Не лагай, хэштег живи. Да что с этой игрой не так? Не лагай, Вася. Так, все, работаем, ребяточки. Работаем, работаем. Плюс чат, работаем, 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 жестко работаем. Работаем. Ну что, через одного на второго не идет. Сюда, 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 урон. На базу. Что там уже? Шестерочка. Шестерочка. Знаю я одну шестерочку. Работаем. О, чела, резист 15% от Тесла. Вот это рез, я понимаю, жесткий. А, чем занимаешься? Где работаешь? В бьюти индустрии. Где, где, где? В бьюти индустрии. Бьюти? А бьюти это что? Салон красоты. Шо? А, салон красоты, все, понял. Та я знал, Я так чисто проверял. Я знал. Это чисто проверка была. Работаем, работаем, ребяточки, работаем, работаем, работаем. Плющат, работаем. Нет, только не жми, братанчик, не жми. Не жми, пожалуйста, братик. Сука, дырявая тварь, чмо. Гибну. А, я здесь вслух сказал, сори. Я забыл, что я не найден на голос. Вы тебя еще смотрите сколько? 68 людей? Это все между нами чисто. Это же только между нами, да, ребят? Ну, плюсики посыпали. Между нами? Плюсики. Да ну не лагай, Вася! 3 минуты, 23 килла, работаем! 58 мужиков. Нет, я открыла тоже почитать комментарии, пока не играем.
Так что 67. То есть ты считаешь, что больше девушек нет на стриме? Ну там пишут 68 мужиков. Да это рофл, тебя троллинг. Ну, Вася, сдохни уже. Давай, 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 давай. Ну ты чё подсасываешь? Алло. Тридцатка, работаем. Все, что происходит на стриме, остается на стриме. Так, молодые, кто там внимательно смотрел, тайминг той каточки, где 60 килов дал, оформите, пожалуйста. Откуда лика в друзьях? А я не знаю, какой у тебя лик. 60, короче, ну вы поняли. Мне надо тайминг той катки, пожалуйста. Будьте так добры, молодые люди, тайминг той катки. Пожалуйста. Тайминг той катки. Потому что это вторая каточка. Уже уверенная вторая, 32 кило, это точно контентовая. Эту тоже надо выпиливать. Братанчик, ну ты играть будешь сегодня или что? Тридцать пять. Не, ну 35, ладно, 35 не контентовая катка, это шляпа усата. Плюс в чай, если я главный мужик в чате. Плюс в чай? В чай, да, плюс в чай. Ну, видишь, уже человек троллит твой никнейм. Раньше был такой молодой человек. Здоровый ник был в танках Ветер Свободы, а у тебя ник в Дискорде Ветер. Я, кстати, тоже, когда увидел этот первый ник изначально, я думал, что это чел. Когда не знал. Это пол сменило просто. Ладно. Боюсь, что введут режим, где у всех будет Тесла. Да не будет такого, братанчик. Забудь. А, чел в чате пишет, читы, видео. Понял? Мне бы хотелось на Теслах с паровозиком в атаку за флагом поехать. Мы можем это устроить, если мы найдем еще две Теслы. Вася. Это просто Вася меня сейчас чпокнул какой-то. Минута 46, так сказать, контейнеры засейвлены, но надо попробовать дать писяточку хотя бы на уверенном. Понял? Понял? Писяточка на уверенном. Понял? Сразу видно писяточка на уверенном. А сколько можно дать ударом этим тока с бустером? С бустером не знаю. Не пробовал. А так 4000 с чем-то. Не-не, я имею в виду не урон. Я имею в виду не урон, а сколько тычек можно успеть дать с бустером. 51 килл, неплохо. Неплохо, 51, очень неплохо. Очень хорошо. Очень. Очень хорошо. Хорошая карточка. Рабочий. 51.